Всем привет! Помните, я вам рассказывала про анубиус, который у меня растет в этом аквариуме? Вот я его вытащила. И на нем есть следы ксенококуса. Что-то плохо видно. Вот, видно. И пошла борода. Я его еще подрезала. Посадила в другой аквариум, это молодой. Там листья как бы хорошие. Вот. И решила, что я его реанимирую. Попробую, по крайней мере. И решила, так как водоросли не любят щелочную среду, я решила его без химии обработать. Посмотрим, что из этого выйдет. А обрабатывать я его буду хозяйственным мылом. То есть я пойду его сейчас намылю. Минут 15 он у меня так постоит. Я его промою и посажу обратно в аквариум. И будем с вами следить, что из этого вышло. Блин, не видно. Вот. Видно, что на листьях ксенококус. И по краям пошла борода. Ну вот, прошло 15 минут. Я его обработала. Сейчас положу его обратно в аквариум. И будем за ним следить, что из этого получится. Ну, как-то вот так.